В мэрии областного центра сегодня состоялось рабочее совещание по вопросам организации ежегодных соревнований «Лыжня Вяльбе». Организаторы согласовали детали подготовки и проведения этого праздника, который традиционно состоится на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Снежный». 17 апреля у нас пройдет малая лыжня в Вяльбе для воспитанников дошкольных образовательных учреждений. И 18 числа мы ждем всех магаданцев на, собственно, всероссийские соревнования. Это 31-я лыжня в Вяльбе. Начало соревнований будет в 12:00. Погода, я надеюсь, будет солнечная, все получат хорошее настроение, ну, покажут достойные спортивные результаты. Принять участие 18 числа в массовом забеге смогут все желающие. В зависимости от возраста участники будут разделены по категориям. Спонсорами мероприятия традиционно станут городской молочный завод «Магаданский», магазин спорттоваров «Чемпион» и группа компаний «Маглан». Предусмотрена и развлекательная программа. Участников соревнований и болельщиков угостят чаем. Погода на следующие выходные, по прогнозу метеорологов, будет по-настоящему весенней.